Два. Один. Один. Мама, я тебя люблю. Пацаны и пацаны, родные, всем доброго привет. Зачтишь 500 тысяч долларов получших, мистер Бист, и что-то грандиозное, эпичное, как всегда, новое. Ссылочки на оригинал внизу, у тебя пальчик, комментарий авансиком, все ссылочки на Телеграм, на Бусти, на канал с играми, все внизу. Поехали, смотрим. Эти танки вот-вот запустят град снарядов по 500 тысячам долларов. И те деньги, что уцелеют, я отдам Блейку. К счастью, эти танки мы видели. Я дам тебе свою кредитку, и ты сможешь тратить сколько угодно. Такое уже было, Я помню, там мужик тачками что-то, по-моему, заставил. А, нет, он тачку должен был выиграть как раз. Там суть была в том, что танки стреляли, но не должны были попасть в машину. Чтобы защитить эти деньги от снарядов, которыми мы будем в них стрелять. О, да, то да, есть да. Мне строить что угодно? Что угодно, но у тебя на это 24 часа. Потом мы откроем огонь из танка. Нужен металл! Вперед! Работаем! Он бежит, мы сразу начали со спринта. Итак, ну так а что, время-то идет. Часики тикают. Думаю, что на свалку. Первые 3 часа Блейк потратил на поиск всевозможного металла для защиты денег. Так, кажется, у них есть металл. Хотя это стоило целых 30 тысяч долларов. Мне нравится, на самом деле, этот формат. Это всегда интересно смотреть, как люди вот скреативничают, чтобы, да, понимаешь, добиться вот этой то машины, то денег, неважно. Наберу этот, все пикапы. Другими словами, тебе нужны все тачки. Ага, можете продать мне один из ваших контейнеров? Идем за мной. Он тачками заставит? Отлично. Они точно помогут, если накрыть ими деньги сверху. Блейку было мало того, что он скупил одну свалку. Сверху? Потому что он провернул тот же трюк на двух других. Я хочу, чтобы вы доставили все, что я куплю в течение следующих 12 часов. 12, я готов заплатить вдвойне. Окей, доставим. Он очень оперативный. Ладно, без проблем. Но тратит мои деньги. 15 тысяч долларов. В ожидании доставки материалов мы вновь вернулись к деньгам, где Блейк рассказал нам о своем плане. Ну давай. Весь прошлый час ты разрабатывал план. Как ты решил защитить свои деньги от выстрелов из танков? А это подписчик какой-то рандомный? Или откуда этот Блейк взялся? Шаг первый. Я накрою деньги грузовым контейнером. Это правда гениально? Шаг второй. Огромные баки с водой. Думаешь, это лучшая защита? Хорош. Они в прошлый раз помогли, они работали. Но не лучше. Не лучше. Контейнер, заполненный кирпичами, сеном и деревом. И в четвертых, самое надежное, крепость из грамотно расставленных тачек. В прошлом видео я видел, как снаряды попадают в тачки и рикошетят в сторону. Да. Там они как бы и в машину не должны были попасть, да. Но я правильно помню, что там оно было заставлено еще тачками. Если он и впрямь все это возведет, я буду ошеломлен. Начнем работу. Ну, звучит нормально, кстати. Увы, Блейку пришлось ждать доставки груза еще 4 часа. Поэтому он нанял группу рабочих, которые будут помогать ему с его задачей. Я строю неприступную крепость. Хоть атомную бомбу на нее сбрось, деньгам ничего не будет. Это похоже на промышленную стройку. Мне стало казаться, что... Рабочий в этот момент, да, типа... Блин, мы даже думать не будем, зачем они строят стены, какие-то контейнеры. Тут у них танки стоят. Мы лишних вопросов не задаем. Работаем, парни, работаем. У Блейка есть хороший шанс защитить свои деньги. Но даже если 500 тысяч переживут залпы танков, то это лишь первая из 4 атак, которые Блейку предстоит отразить. А, ну да. И поверьте мне, я не шучу, говоря, что остальные будут сложнее. Остаток ночи Блейк и рабочие без устали трудились над защитой для денег. Ну, они как минимум будут сложнее, потому что он будет всю дальше пробивать и пробивать. Ну, к рассвету, они все еще не закончили дело. Да, отлично, отлично. Вот здесь деньги. Танки вон там. Зачем здесь эта машина? Это остатки склада, чувак. Поставь свои остатки между танками и деньгами. Дай мне 10 минут, эта белая тачка будет здесь. У тебя 5 минут. Не думаю, что я успею сделать что-либо еще. Время вышло. Да вроде нормально. Время вышло. Опускай. Уезжай подальше. Блейк, вообще, насколько я помню, прям вот басики с водой очень хорошо работали. Ну, вот эти вот емкости с водой. То есть вода прям там у того парня сработала неплохо, вроде как, насколько я помню. Время закончилось. Если я правильно помню. Выглядит прочно. Пальнем из танков. Я на ногах уже 25 часов. Все строил. И вот я смотрю на все это. Там на танке был серп и молот, или мне показалось? Так, выглядит здорово, но потом оборачиваюсь и вижу... А, да, мне не показалось. Этих 5 зверюк, а потом вижу снаряды, которыми они стреляют. Я и не знал, что они такие огромные. Думаешь, грузовой контейнер их остановит? Надеюсь, что 3 штуки смогут. О, черт. Ладно, начинаем! Заряжайте танки! Работаем! Итак, эти 5 танков нацелены на твои деньги и готовы сделать 20 выстрелов. Блейк, первый выстрел 20 твой. Выстрелов! Отлетело. Сколько пыли. Боже мой, глянь на лицо. Глянь на лицо Блейка. Его деньгам точно крышка. Осталось еще... Будем честны. Ну, вот с машиной сложнее было. Потому что, ну,
опаснее, скажем так. Если в машину поцарапают, я не знаю, как-нибудь попадут, ну все, уже там надо ее в ремонт сдавать, либо она вообще уже ее как бы дороже будет там это самое забить, проще будет, чем ее там чинить. А вот с деньгами проще в том плане, что ну даже если снаряд, ну где-то там как-то попадет, но есть вероятность, что купюрки-то выживут какие-нибудь. Ну, какие-нибудь выживут. Может, не все. Может, не все. Но что-нибудь, наверное, может. То есть это не машина. Какая-нибудь купюрка, ну, там, от ветра отлетит хотя бы. Там лишний $100, понимаешь. Все равно в плюсе останешься в итоге. Что, 19, да? 19 выстрелов! Чендлер, огонь! Ой-ой-ой. Ну, видишь, да? Видишь, они просто отлетают, эти пачки. Ну, ладно. Это чересчур весело. О, мой бог. Интересно, у них по закону в каком состоянии, вот максимально отвратном состоянии, можно все-таки как бы купюра действительно. Потому что у нас там купюра может быть и порваны немного, и мяты, и вообще хрен пойми какой. И в принципе ее можно пользоваться. Даже отсюда я могу насчитать 8 дыр в этом контейнере. Да, я вижу отверстие. Деньгам точно каюк. Я бы спросил, ну и как тебе? Ну лучше пальнем тем, что осталось. Давай же закончим с этим. 5 выстрелов. Осталось 4. Всего 4. Осталось 3 выстрела. Сколько у тебя там денег лежит? Вроде полбил. 2 выстрела. Что? И, разумеется, Блейк произведет последний. Блин, по-моему, все хорошо пока. Меня. После увидим, остались ли у тебя деньги. Я думаю, да. Бежит! Я думаю, да. О, он бежит! Так быстро! Целы ли деньги? Погоди. Они целы! Да! Блейк, похоже, твои деньги тут уцелели. Тут невредимые стопки. Я знаю, что ты счастлив. Бабусики на месте. Но мы переходим ко второй фазе из 4. И через 20... Сейчас мы будем сбрасывать ядерную бомбу. А мы не говорили, да? 4 часа мы взорвем самую большую бомбу, которую когда-либо взрывали в истории нашего канала. Ты сбросишь ее сверху или будешь ей стрелять? Я рад, что ты спросил. Сейчас вернусь. Блейк, как думаешь, что в этих зеленых ящиках? Я не знаю, чувак. Это похоже на... Я отвечу за тебя. Это сотня ящиков. Музыка, знаешь, какая начала играть? Как в Open Gamer саундтрек. Похоже. Доверху наполненных. Послушай. Тротилом. Как тебе такое вообще Похоже. Позволили? Не уверен, что это законно. И пока мы готовили один из самых больших взрывов в истории Ютьюба, Блейк начал придумывать, как спасти свои деньги. Шаг первый. Убрать отсюда все легко воспламеняющееся. Все дерево прочь. Шаг второй. Резервуары с водой. Шаг третий. Перевести грузовые контейнеры, которые у меня есть. Я хочу поместить их друг в друга. И четвертый шаг — это стены. А вот тут это уже не с танками. Тут опаснее, потому что тут они просто могут сгореть, эти купюры. Цемент, кирпичи, машины, если понадобится. Взрыв гораздо опаснее, чем танки. Он больше, чем тот, которым взрывали сейф. Да! Во сколько Все, раз? Все, что было внутри, уничтожено. Да ладно. В прошлый раз он потерял $250,000. Мы это повторим? Нет. До второй фазы было всего 18 часов, и Блейк обратился к нанятым рабочим с пламенной речью. Господа, мы пережили первый... Рабочие такие... Что вообще тут происходит в этом городе? Кто-нибудь там, знаешь, недавно только приехал. Да-да, давайте. Вы молодцы, вы великолепны, но 500 штук все еще там. Так что давайте работать! Да! Ура, нам заплатят 500 штук, или... Нам не заплатят? Погнали! Да! А поскольку к этому моменту Блейк бодрствовал уже более суток, он доверил строителям закончить работу, пока сам хорошенько выспится. Да, я иду спать. Спокойной ночи, парни. Это Блейк. Конец связи. Но, будучи сильно измотанным, Блейк проспал гораздо дольше, чем планировал. Итак, я хорошо выспался. Надо узнать, сколько работы было сделано за ночь. Половина... Пусто. То есть за время моего отсутствия ничего не изменилось. Это нехорошо. Теперь посмотрим, что у нас здесь. Даже после вдохновляющей речи Блейка работники многое не успели. Осталось всего 6 часов. Блейк делал все, что мог, прикрывая слабые места запчастями, кирпичами и тачками. Выглядит хорошо, очень хорошо. Ну, так, конечно, выглядит. О, мистер Джимми! Что мне предстоит увидеть? Мистер Джимми. Если прислушаешься, то услышишь звук. Это везут школьный автобус, и его сейчас поставят прямо туда, где ты стоишь. Надеюсь, в нем нет детей. Это короткий автобус. Я не об этом спросил. Это наш новый батончик Фистаблс. Новый вкус, новый дизайн. Хочешь? Какой миленький автобус. Смотри, какой маленький, реально. Попробовать, Блейк. Да.
Он как будто бы какой-то игрушечный, да? Такой ненастоящий автобус, который увеличили в размерах. Пользую наши снеки, чтобы он отвлекся и забыл показать, куда надо ставить автобус. Чувак, честно говоря, этот лучше, чем все остальные. Все остальные? Я серьезно, кто-нибудь хочет шоколада? Ты это заснял? Красиво. Эй, Блейк, 5 минут до бабаха! Мне нужно 10 минут, просто дай мне еще 5 минут. У тебя 4 минуты. Тебе еще убежать оттуда надо. Бро, ты обливаешь их водой. Наверное, им приятно. Вряд ли они так считают, они слезают с машины. Да. У них осталось 90 секунд. Блейк, у тебя мало времени! Ну же, ну же! Давай, давай! Эй, уже 5 часов! Стоп, стоп, стоп! Все. Все, идем в бункер. Все, давай. Ты едва спасся от танков. Посмотрим, удастся ли тебе это вновь. Пусть солнце зайдет и немного стемнеет. Это крупнейшая бомба, которую мы когда-либо взрывали. Это первая бомба в моей жизни. Блейк, ты нервничаешь? Да, я уже вспотел. Это устройство взрыватель. Держи. Мы в эфире? Да, в эфире. Ну, два типа. 2 дня работы, 17 машин, 6 баков с водой. А где бомба? 4 контейнера и 500 тысяч на кону. Узнаем, разбогатеешь ли ты или уйдешь домой ни с чем. Как будешь готов, Блейк? 3, 2. 2, 1. 1. Мама, я тебя люблю. Боже мой! Гигантский огненный вихрь! Ну что, пойдем какая. Тушить, прежде чем тушить? Я просто тяну беги! Время, чтобы... Ну, чтобы все купюры сгорели нахер. Тушитель, беги! Эй, посмотрим, сгорели ли они! О, нет! Нет, Джимми такой веселый. О, нет! Так, будь осторожен. Ну, кстати. Пожар все еще не стих. Блейк переносит мешки с песком. Вот так нормально? Прошу. Есть шанс, что и нормально все так. Что ты видишь? Вижу зеленые! Вообще хорошо все. Да, детка, да! На них много грязи, но похоже... Ну, контейнеры прям вообще сделали дело. Они уцелели. Я так и знал! Блейк, ты официально... Да куда ты радуешься? Там еще 2 этапа. Подожди, если это была самая мощная бомба на 2-м этапе, чем будет на 3-м и 4-м? Реально, прошел 2-ю фазу из 4. Хочешь узнать, что будет дальше? Да. Что это? Итак, Блейк, в 3-м испытании мы будем сбрасывать на твои деньги горящие автомобили, наполненные... Что? Бензином. Скажи, сколько будет машин? Много. Скажи, кто это придумал? Много? Очень много. 50. Это будет самый сложный этап. Блейку придется не только отражать атаки с неба, но и защищать свои деньги от горючего бензина, просачивающегося сквозь щели его защиты. А после того, как мы сбросим машины, у меня будет еще один сюрприз. Удачи. Хорошо. Я хочу, чтобы... Сюрпризы в данном контексте звучат не очень весело. Ящик с деньгами был залит бетоном, а сверху деньги накройте лишним грузовым контейнером. Поскольку Блейк усердно работал нормально, последние кстати. Несколько дней, он сразу лег спать и отложил большую часть работы на следующий день. Зря. И хотя он казался уверенным в себе, это испытание в итоге оказалось сложнее всего, с чем он когда-либо сталкивался в наших видео. Мы победим! Осталось 12 Итак, часов. Итак, 4-й день. Я сейчас как зомби. Возьмем один мой запасной контейнер, поднимем его и поставим так, чтобы острие было направлено вверх, как пирамида. Машины будут врезаться в нее, падая вокруг, но не на деньги. Мы должны как можно скорее стащить этот контейнер на вершину. Умно. Это начинает меня немного беспокоить. Блейк несколько часов старался поставить верхний контейнер под углом, чтобы отклонить автомобили. Он даже использовал деревянные бревна в качестве подпорки. Если контейнер не будет там, где нужно, я, вероятно, потеряю много денег. Получилось! О! О, чувствую себя прекрасно! Цистерну с водой перенесем сюда, наполним ее кирпичами, а затем возьмем последнюю оставшуюся машину и поставим ее здесь! Отличная будет защита! Все будет просто прекрасно! У нас есть план, детка! Но чего Блейк не знал, так это того, что я привнес в дело один нюанс. Хочешь узнать, в чем нюанс? Да, что за нюанс? Иди за мной. Видишь вон тот флаг? Это катапульта. Пока сверху будут падать машины, сбоку будут прилетать гигантские огненные шары. Чувак, чего я только не ожидал.
Но только... Сюрприз! Не катапульты. Материалов больше нет, мне больше нечего использовать. Ну, в течение последнего часа Блейк закрывал слабые места крепости. Однако кое-чего важного все еще не хватало. Водовозка, которую он отправил с утра за водой, очень опаздывала. У него осталось 90 секунд. Порядок, погнали. У Блейка, как всегда, все в последний момент. Притык. 60! 59! 58! 54! Он обливает все водой, прежде чем мы бросим машину, пытаясь защитить деньги от огня. Осталось 30 секунд! Ты действительно думаешь, что это остановит огонь? О, да, детка! 3, 2, 1, бросай! Только за это я не пощажу тебя в последнем этапе! Ты знал, что я так сделаю, чувак! Это было нарочно! О, боже, момент истины. Посмотрите, как она высоко! Это только первый из 5 горящих машин, которые мы сбросим. Не считая 5 горящих шаров смерти из катапульты. Ты готов, Блейк? Давай, чувак. Поджигайте! Дичь. Сброси ее! О, нет! О, боже! Погодите, она сейчас поджигает все на своем пути? Горящая машина успешно скатилась с контейнера. Однако дерево, которым Блейк его подпирал, быстро охватило пламя. Чувак, что происходит? Что происходит? Горит, что горит. Там горит, Блейк? Я не... У меня сейчас просто сложно. Окей, что было на вершине грузового контейнера? Так, там было дерево. Чтоб не сгладить, дерево подключим горит. По дереву. Ты был... подпорочки. Жил дерево? Знаешь, что мы сбрасываем горящие машины? Нужно было его использовать. К счастью, Блейк обложил свои деньги шлакоблоками. Так что вероятность того, что они не сгорели, очень высока. И раз уж мы перешли к самой крутой части этого видео, то сейчас я расскажу вам об Acorns. Их дебетовая карта поможет вам приумножить свои деньги, а не просто их потратить. Подумайте об этом через секунду. Огонь! Ну, интеграция, ребята, интеграция подъехала. Ага, она самая. У-у. Так, погоди, нравится тут реакции. А на Бусти их еще больше. Там и аниме, и ФНАФ, и сериалы, и мультики. В общем, еще много эксклюзивного контента от Восьмеркина. А ссылочка, конечно же, внизу в описании. Самоинтеграция, на этом все. Счастья, радости, удачи. Блейк, как дела, дружище? Я вспоминаю, каково это потерять подобную сумму. Это не вспоминает. Смотрите, прямо в деньги! Прямое попадание! Всего лишь за подписку мы с Acorns дадим вам $20, чтобы вы начали приумножать свои деньги. Зайдите на acorns.com/MrBeast и узнаете, как заставить ваши деньги работать на вас. Подождите! Обязательно зайдем. Бросайте! Огненный дождь продолжался всю ночь. И по мере того, как пламя усиливалось, красиво. Судьба денег Блейка начала казаться безрадостной. Но как же они красиво влетают. Нет, нет. Огонь бушевал более полутора часов. Либо все деньги будут на месте, либо их не будет вовсе. Вон там лежит куча дров. Он случайно создал гигантский костер. Он думал, что строит крепость, а на самом деле создал... Мне кажется, вот сейчас уже очень мало шансов, что там что-то выжило из этих денег. Они же прям, блин... Печь! Ну, все еще есть шанс того, что бетон защитил деньги. Блэк, не, момент вряд истины. Там стоит вот одной купюрки начать вот, вот немножечко, да? Вот прям триггернуться на этот огонек, скажем так. И все остальные подхватят. Защитили ли шлакоблоки твои деньги? Или огонь был слишком сильным? О, нет! Боже мой! О, все нет. Сгорело? Они испорчены. Ну да. Стой, подожди. Может, что-то можно найти. Поджарились. Давай на чистоту, Блейк. Там 1000 градусов. Давай ну, будем нереально. Реалистами, Блейк. Все пропало. Как ты видишь, большая часть денег выглядит так. Еще одна потеря. Да, это больнее, чем с лазерами. Больше всего обидно из-за того, что я так много работал впустую. Да, это отстой. Ну как, тратил деньги твои, мистер Бист, в целом. Испытание. И работали там рабочие. Официально завершено. И прежде чем ты уйдешь, Блейк, у меня есть предложение. У тебя два варианта. Ты можешь уйти со 100 000 долларов, либо получить третий и... Такой, да, согласен. Согласен. Последний шанс сняться в одном из наших будущих видео. Да снимайся, снимайся. Там что ж про деньги хорошо, будет? Хорошо, я вернусь. Ты вернешься? Я вернусь. Хорош, хорош. Видео о последнем шансе Блейка будет прямо здесь. Но выйдет оно только в феврале. В феврале. Я думаю, что я, зрители, да и никто не переживет, если ты проиграешь в третий раз. Увидимся!
Так что готовься, готовься. Все, продолжение следует. Но это было прикольно. Это прикольно было. Продолжение, когда выйдет, обязательно посмотрим. Если хочешь, тоже интересно. Пальчик не забудь проставить, комментарий написать. Подписочку, конечно же, оформи на канал, чтобы ничего не пропускать, родной. Ссылочка на Телеграм внизу. Обязательно зайди туда, чтобы стримцы не пропускать всю важную информацию и так далее. Также ссылочка на Boosty, где выходит React, который не выходит на Ютубе. Там отель Хасбин, Gravity Falls и так далее. И ссылочка на канал с играми. Все, увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь.